Мой отец родом с Алтая, город Бийск. Всю юность мечтал попасть на море. Мечта сбылась. Поступил в Одесский институт и распределился в Киев. В Киеве он познакомился с моей матушкой, которая родилась в Ворошиловградской области, город Перевальск. А в 61-м году на Старой Дарнице родился я. Через 4 года папа получил на Русановке двухкомнатную шикарную квартиру. Родился мой младший брат Саша. Батя часто говорил нам в детстве: «Поросята, когда вырастете, поймете, в каком великом городе вы живете». А мой дедушка родной, киевлянин коренной, чуть со страха не сошел с ума. Вдруг такой слушок пошел, что хотят снести подол и построить новые дома. Но без подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Верхний вал и нижний вал сам Хмельницкий здесь бывал и поил здесь своего коня. Этот вал хотят снести и поставить там мосты по проекту завтрашнего дня. Но без Подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это новости для прессы, мемориальные места. Это же кусок Одессы, это новости для прессы, мемориальные места. Вот возьмем, к примеру, дом. Петр Первый прожил в нем в тысячах каком-то там году. Но сказали, что потом новый там построят дом. Ну и старый дом пойдет на слом. Но без Подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. В эти двери сотни пуль садил петлюровский патруль, рассердец на бабушку мою. Но мой дед был Халертон, он поставил пулемет, и теперь петлюровцы в аду. Но без Подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Но без Подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Хай живе батьківщина и художник!